Самые теплые, искренние и незабываемые ощущения, конечно же, я получила на проекте телеканала УНТ «Я пою». Другая жизнь в твоих глазах, другая жизнь в твоих словах. Иду вперед, смотрю назад, а в сердце снегопад. Здорово, что благодаря телеканалу столько детских жизней и судеб изменилось к лучшему. Огромное спасибо, дорогие друзья, коллеги, за ваш труд, за вашу доброту, за ваше доброе сердце. Огромное, которое смогло подарить столько любви всем окружающим. И творите дальше добро, созидайте. У вас это очень здорово получается. Счастья вам, добра, всего самого-самого наилучшего. И, конечно, любви к своей профессии. Без этого никуда. Весь снег в сладком танце.